Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Дэн, Фокс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, усики. Ей, всем привет. Офигенный мод на обзоре с игры Doom. Если хотите кушать, приятного аппетита, и мы начинаем обзор и поднимать вам настроение. Погнали. Первый у нас Baron of Hell. Посмотрим, что они умеют, ну и, конечно же, повоюем с ними. Нифига себе, лящ, так, по 25 хп выносит. Надо отойти, у него должны быть какие-то суперспособности. Давайте посмотрим, он должен как-то или стрелять, или что-то делать. Но если ребята уже прямо сейчас влепили лайкосик и написали классный комментарий. Вот, он начинает мочить, смотрите. Ого, ты уклоняешься, ты что, спайдермен какой-то? Убегай, убегай! Не, все-таки задамажил, я вижу, есть такое. Так, и чё? Ладно, давайте чуть постреляем, подразним его. А ты сумасшедший, что ли? Ой. О, смотрите, как круто сделано, как в игре они исчезают. И это очень классно. Коко Демон. Странное название. А, я знаю этого челика. Ого, нифига себе он лупашит. Эй, мы тут. Получается, ты когда стоишь под ним, он не убивает? Слышь, ты... Ого, разлетелся прям на кишки. Ого. Так, Cyber Demon. Ого, гигантус. Это у него что, огонь с руки? Так, надо текать. Давайте на дальнем расстоянии проверим его умения, потому что у них у всех есть какие-то классные... суперспособности. Нифига себе, ракеты самонаводящие! Ты дурак, что ли? Видели, со спины ракеты выпускает? Это очень круто сделано. Просто респект разработчикам. Я люблю такие моды. Мы его дразним со всех сторон, и он злится. Но я так понимаю, что в жизни у них не сильно много. Давайте еще раз отбежим и посмотрим, будет он ракеты выпускать или нет. Так, давайте подальше, подальше. Ну-ка. Не, ну смотрите, у него прям залп ракетный идет. Рано еще, он еще никого не убил. Ого, у него это как меч у него огненный с руки вылазит. Смотри, видели, как он прикольно ракетки со спины пускает? Ого, еще топтанул. Ты че, убил его? Нельзя ЛТВ убивать. Я буду злиться. А, все. Давайте посмотрим, как он умирает. Прикольно. Достойная смерть. Хейлгвард. Ого, кувалда у него. Ничего себе. Ой, то он щит может подрубать? Дэн. Так, высокого Дэна 65. Хочу проверить, сколько он хотя бы выносит приблизительно. Так, нифига. Ай! Это было больно. Какую-то штуку кинул, как копье или что это у него? Ого! Че у меня с рукой? О, все, я понял. Хорош. Хелгвард Хаммер. Те же монстры, только у них разные умения. Ого, и даже меня задамажил. Слышь, давай, иди, иди. О, прикольно прыгает. Давай, иди сюда, чкошник. Какие-то звуки такие. Ого, блин, я испугался. Как вы думаете, сколько приблизительно жизни у них? Ого, у него прям какая-то отлетела штуковина. Они все так умирают, странно. Классно, что не исчезать, не надо их через Z удалять. Хелгвард Стаф. Тыкнул меня какую-то штуковина. Слышь, ты. А, у него в руках уже не кувалда. Ай. Нифига себе, он задамажил. Бил в одну сторону, а попал по-другому. Смотрите, что будет делать. Сжег. Вот это он мощный мужик. Мне нравится. Ну. Прикольно. Все-все. Дэнчик просто закидал его копьями. Хелл Райзер. О, это уже маленький по сравнению с теми. Но он быстрый. Ты дурак, что ли? Аккуратно, я тебя боюсь. А ну давайте отойдем. Может, какие-то будут у него дальние удары, потому что в руках у него как базука, похоже очень. Лазер! Я хочу, чтобы он по мне лазером шмальнул. А ну, стрельни по мне лазером. Вот я. Стреляй по мне. Ну? Ничего себе он дамажит. Ну, урон не сильно так прошел. 49 хп еще осталось. Молодец. Дэна тоже замочил. Хелк Найт. О, это стандартный такой же, знаете. Сразу ассоциируется с игрой Doom. Ух ты, подсечку сделал. Неплохо. Ну, кто кого? Давай, Дэн. ЛТВ, ты молодец. ЛМП. Или, а, имп.
О, что-то у него в руках, а ну пусть постреляет по нам. Дальнее расстояние, давайте. Опа, какими-то огненными штуками бросается. Косой! Че у тебя за пулемет мощняцкий такой, хорошо. Мангубус. Ого, вот это тоже стандартный монстр с игры Doom. Напишите обязательно в комментариях, нравится ли вам игра Doom и какой монстр всех вам больше понравится, который мы в этом ролике покажем. Обязательно буду смотреть ваши комментарии. И самый классный коммент, конечно же, попадет в начале ролика. Вы будете фигачить? Опа, две сразу. Кстати, прикольно, что пятна остаются на стене. Ты что, уклоняйся, да, просто от них? Молодец. Ну, Дэн! Сегодня Дэн у нас страдалец. А ну, ближний бой. Что он? Ого, он мне фиганул. Дэн опять с топориком с ним. Давай, кто кого? Дэн с топором или монстр с Дума? Кабан толстый. Ого, даже меня поджег. Мангубус Сайбер. О, это уже как в костюме каком-то, смотрите. Ого, он меня откидывает, неплохо. О, у него кислота вокруг, это она дамажит получить. Ах ты, блин! Нельзя подходить к нему. Ах ты, откидывает сильно. Да вы псих, я тоже так хочу мочить. Так, пинки. У него оружие есть какие-то? Не, он ближнего боя, да, получается, только дерется, или как? А ну давайте разбежимся, посмотрим. Они, по идее, все как-то стреляют или какие-то штуки выпускают. А нет. Ну что, схватил тебя? Ай. Possessed инженер. О, прикольно, с земли вылазит. У него баллон, что ли, в грудях или что? Офигеть, он взрывается. Давайте еще поставим. Это как у нас камикадзе какой-то. Вот, сейчас взорвется. Классяк еще. А ну, три штучки нормально офиганут? У него прям видно, огонь начинает с баллона идти, и они взрываются. О, ЛТВ слился. Possessed security. О, щит у него есть. Он стреляет. У него щит как-то работает? Да, мужики, ну давайте повоюем. О, уже красный. И синий. Нифига себе, он щитом мочит. Такс. Possessed soldier. Привет! А ну-ка отбежим, у него есть пулеметы. А, базука даже. Пусть постреляет по нам, хочу посмотреть, какие уроны. О, базучка пошла. Даже у него, смотрите, какие-то уклоны есть, садится. Ну, прям сдалека стрелять не может. Слышь ты, голова. Просто запинали в хламину. Possessed worker. О, у него руки нету одной. Такой мутант. Немножко у него брони есть на каких-то частях тела, ну, слабый. Просто топором зарубил, красавчик. Possessed Stint Sinst. Он похож на того очень. А какая разница? Плюс рука. А, понял. А, ну да, не обратил внимания, что две руки. Revenant. О, вот этого я помню. Давайте отойдем, у него очень классные уроны проходят. Смотрите, что он может. Это очень круто сейчас будет. Смотрите, как он фигачит. Видите? Взлетел, и ракеты пошли. А ну, ух ты, да тихо, псих, успокойся. А ближний бой? А ну-ка пусть пофига... О, у него прям кишки видно. На. Совпало с моим таймингом. На. Спектри. О, невидимый. Ай. А больно же, ну что ты делаешь? Ну он палец, у него кровавые пятна видно. Спайдер Мастерминд. Ого, паучиха! Кричит на нас. Давайте посмотрим, что он может. У него какой-то пулемет на животе. А, это базука. Ого, он раскидывает. Что, они взрывают? Да, они потом еще и взрываются. Вот это круто. Ну что, мочило пошло. Кстати, очень оптимизировал. Мне кажется, с ними можно прикольно сделать битву. А, 36 хп. Ой-ой-ой, вот это он фигачит. Ух ты, подсечку сделал. Базуки полетели. Сколько же у него жизни? Кстати, мы еще никого не убили. Эй, отвали, отвали. Вот эта пуля летит. И лазер есть даже. Смотрите, уклоны делают влево-вправо резко прям.
Ух ты! Нифига себе, это он ракету запустил такую? А че это вы фигачите? Я так и не понял, что происходит. Что за мясо происходит? Надо валить. Так. Че, мужики? А, вон я вижу, пулеметчик фигачит. Ух ты! Куда ты лезешь, а? Смотрите, у прям мозги видно. Все, склеился? Сумонер. О! Че, орешь на меня? А это уже босс. Исчезать может, видели? Телепортироваться могут. Так, я слышу, где он? Слышите? Да все, убили. А двоих? Да. А давайте так повоюем. О-о-о-о, вот это она отлетела! Вот это было мощно! Такие прикольные штуки пускают по земле, смотрите. Ух ты! А чё не отлетает так высоко, когда умирает? Сейчас еще раз проверь. Так, вот куда она? Вот она. Унвлинг. Вон она, смотрите, она не ищи, она не умерла. Она все это время ждала. Знаешь, что где-то еще была одна? Вот это хитрожопый боссик. А, все замочили. В этом моде 3 здоровенных пака. Они все в ролик не влезут, но еще есть. Называется Extra Next Bot. Давайте посмотрим этих. Дрэнкинг и Мора. Это боссы, пацаны. Это жесткие боссы. Смотрите, что он делает. Колдует там что-то. По земле бьет. Эй, успокойся, псих. Прикольно фигачит. Блин, даже на расстояние урон проходит. А, как для босса слабый. Хорошо. Мародер Сайбер. Ой, щит может ставить. Ты дурак, что ли? Испугался. У него и дробовик. Да я вижу, блин. И щит есть. Ну, давайте проверим. Очень какие-то собак кидает. На, красавчик. Какие собаки? А, я вижу, вот, да. Прикольно сделал. Кстати, после того, как она уничтожается, еще вокруг нее, видите, как земля горит. Вот копьями фигачит всех. Слышь ты, на тебе базукой. А у него жизни много было до этого момента. А не, он живой еще. А нет. Это очень странно. Ай, собака! Да слышь ты, успокойся. Я буду по голове стрелять. Да блин. Ну это босс реальный уже. Тоже угомонили. Мародер и Мора. О, этот прикольный, похоже на того, но у него зеленый топор, я думаю, что и другие умения будут. Посмотрим, что он умеет. Опа, а я могу при уклониться? Атаке. Не могу. Он при атаке ускоряется. Ну да. Ух ты, смотрите, ты пыхается за спину. На! Дэн расправился с ним. Реверант Сайбер. О, вот этот, кстати, будет сейчас прикольно ракетами мочить. Так, отходим, посмотрим, как он фигачит. Во, Паш. О, лазеры у него. И ракетницы. Ну, сколько не ракетницы, как, не знаю, бластер какой-то. О, давайте гранатами его закидаем. Так, на тебе. И дайте по нему гранаты. Красайте. Я хочу его взорвать. Ой, Олтовый, извини. Обстоятельства. Слышь, а мы его можем так вообще взорвать или нет? Не, ну вроде гранаты под ним взрываются. Ай! Ой, красиво прям под него кинул. Ай, Дэн, по спине попал тебе. А, все. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.